Мы гости, гости на этом мероприятии. Нас пригласили наши коллеги-автомобилисты. Среди нас тоже немало автовладельцев. Мы полностью понимаем те проблемы, которые есть. Я сейчас скажу вещи, о которых вы не услышите по телеканалам, по телевизору. О них не пишут в газетах. О них, в принципе, не хотят, чтобы вы знали. Вот произошли громкие преступления, мы возмущаемся произволом власти, несоблюдением законов и так далее. Расскажу один случай. Несколько лет назад в Якутии несколько местных жителей выступили против привлечения китайских рабочих на строительство нефтепроводов. Они просто вышли вечером, распространили несколько десятков листовок по домам. Их арестовали, осудили и посадили в тюрьму за эти листовки, за то, что они выступили против привлечения китайских рабочих. У меня такое ощущение, что последние несколько лет есть силы, я скажу так, в мире, которые заинтересованы в создании в России полицейского государства. Это государство, в котором наверху будут те, кто распоряжается всеми богатствами и всеми благами. Это государство, в котором будут те, кто охраняет покой тех, кто владеет всем. Это государство, в котором будут рабы, гастарбайтеры. Поэтому нужны миллионы рабов-гастарбайтеров бесправных. И это государство, в котором не будет свободных людей, таких как вы. Ведь вам нужны права, законы. Вы хотите хорошо жить, вам нужны достойные зарплаты. Вы объединяетесь в профсоюзы, ассоциации. Поверьте, есть те, кто боится вас. По моему субъективному мнению, сегодня во многом работа правоохранительных органов направлена на борьбу с вами. Возможно, вы слышали, что там где-то арестовали каких-то молодых ребят нацболов. Наверное, многие думали, ну я-то обычный человек, респектабельный, у меня есть работа, образование, я не какой-то там хулиган-нацбол. Сегодня многих людей, которые вступили в ассоциацию автомобилистов, где-то засветились, особенно в регионах, их тоже вызывают в отделы по борьбе с экстремизмом. Их запугивают, им угрожают проблемами с работой и с бизнесом. Вы хотите жить в такой стране? Я хочу, чтобы вы сейчас повторили те слова, которые я скажу. Мы вместе! Мы сила! Мы победим! Мы против полицейского государства! Слава России! Вступайте в ДПНИ, вступайте в ассоциацию автомобилистов, вступайте в ряды байкеров, в ряды дальнобойщиков, будьте вместе! Слава России! Слава России! Спасибо, Владимир!